Всем привет! Это новый ролик про Ишкомби. Только что съездил в светофор, купил пленку за 150 рублей, 8 метров, вон она лежит. В общем, сегодня будем обклеивать наш Ишкомби вот этой пленкой. Ну, не полностью, а будем делать его в стиле под дерево, ну, типа буратино. Стиль будет такой, Вуди стайл, да, типа древесный автомобиль, или как там, Вуди вагон кар, в общем, короче, будет наш этот Ишкомби типа под дерево. Вообще можно взять, конечно, лобзик, вырезать там разные детали, там двери, пороги, зеркала под дерево. Ну это долго и, так сказать, столько дерева надо там двери вырезать, даже если обшивать там типа под дерево. Это дорого и невыгодно. Так что купил пленку, сейчас будем обклеивать двери, крылья, в общем, бочина будет вся под дерево. Будет у нас такой, в общем, винтажный автомобиль под старину 40-х, 50-х годов, ну, под дерево. В военные годы, когда было мало железа, были такие автомобили под дерево сделаны, они там, в общем, рама, кузов металлические, двери, крышка багажника, там они шли под дерево, ну, потому что металла не хватало после войны, военные годы. Зашел в интернет, посмотрел фотки, там такие классные эти автомобили под дерево, но там они все под лак. В общем, сделано классно. И решил тоже. Стоит у меня москвич. Сейчас я его сюда перегоню, помою его и будем его обклеивать. Придадим немного стиля.
Покрасил барабаны, а то они были ржавые. Решил их немного подкрасить. Блин, тяжеленные такие. Так, ну что, смотрим, что получилось. Вот я уже обклеил заднее крыло, двери. Сейчас буду передние крылья обклеивать. Сначала не хотел, но сейчас смотрю. Как-то смотрится незаконченно. Пускай лучше вся бочина будет под дерево. Так, и это тоже бочина вот обклеена. Также покрасил дисочки в два цвета. Здесь такой типа слоновая кость. Здесь середина, здесь у нас будет под цвет кузова. Хотел поставить white wall, вот я их тоже приготовил. Пока их не буду ставить, если что, потом поставим. Потому что сама полочка, видите, светлая. И white wall светлый. И мне кажется, не очень. Если что, потом поставим. Пока без них поездим. Здесь тоже вот наполовину типа под дерево. Пленка все отлично приклеилась. Так, сейчас будем ставить барабаны свежекрашенные. Теперь они смотрятся немного получше. Не так страшно. Все наклеил, закончил, ровно 8 метров ушло. По итогу смотрите, как получилось, вот с двух сторон вот одинаково. Сначала хотел клеить только двери и заднее крыло, а перед оставить, ну как на фотографии. Сейчас я вставлю фотку, посмотрите. Ну потом пленка осталась, думаю, куда ее девать. Дай-ка, думаю, сделаю тоже на крыло. Также покрасил диски в два цвета, я уже показывал. Также вот наклеил с этой стороны, смотрите, как получилось, тоже смотрится прекрасно. Вот задняя часть с колпаками вообще смотрится идеально. Вот дерево и хром сочетается. А, еще можно сделать, купить такой вот скотч, ну или как полоску. Ну, чтобы было видно, где граница. И вот так вот полоской закрыть. Вид получился у ежа. Пишите в комментариях, что еще можно добавить. А, кстати, у меня остались канатки от Шохи. Так, это часы. Вот у меня канатки остались от Шохи. Тоже может их поставить. Хотя они не будут на смотреться. Все на заднее крыло установить.
принципе, на сегодня все. Ставь лайк, подписывайся. И до следующего видео.